Конкурс у нас открывает большую неделю, даже две недели региональных чемпионатов профмастерства. Конкурс «Семья чемпионов». Участвует один ребенок, с ним родитель. Вот они в такой мини-команде работают в профессиональной кухне, с профессиональным оборудованием и готовят очень интересные, надеюсь, вкусные блюда. У нас один набор продуктов для всех, абсолютно одинаковый, но готовят блюда каждый, во-первых, по-своему, у каждого своя рецептура. Ну и кроме того, по заданию у нас идет суп-пюре и горячее блюдо и суфле из рыбы с гарниром. Какой суп-пюре, из каких продуктов вы будете делать, ну, это мы не знаем, да, каждый участник по-своему. И, опять же, гарниры к рыбе тоже участник готовит по своему усмотрению. Но из того комплекта продуктов, который мы предоставляем. Судейство у нас идет нашими экспертами на площадке, и затем идет оценка на дегустационные, то есть мы дегустируем, ну, и еще по определенным показателям оцениваем блюда. Ну, в принципе, я люблю готовить. Прям, может, как я одна из них, которая люблю готовить. И стараюсь приучать детей своих, как я. Обычно мы что-нибудь тряпаем вместе. Сегодня у дома тоже решили что-то приготовить вкусненькое. Ну, ничего. Нравится детям. Готовим вместе. Мы стараемся победить. Надеюсь, что мы победим. Выиграем. И на следующий год вернемся, если не победим. Стараемся, по крайней мере. Каждая семья, у каждой семьи есть свои технологические карты, по которым они готовят блюда. То есть они выбрали компетенцию хлебопечения, они готовят булочки и песочные печенья по своей рецептуре индивидуальной. У нас как-то принято, что без разницы, кто готовит, либо я, либо мама. То есть мы все готовим. Кто дома, тот и готовит. Мы и ту умеем готовить. И супы, и выпечку, и пирожки там, все умеем делать. Я вообще автослесарь, водитель. Ну, с детства люблю готовить. Но больше всего я люблю блинчики печь. Классно, что есть такие вообще конкурсы, такие мероприятия, когда может вот семья сплочиться, да, и вместе работать и показывать отличный результат.